Друзья, всех приветствую. Итак, на рынке опять появилось что-то новое. И я, как всегда, не удержался и взял это, чтобы самому проверить. Распакуем. И что здесь у нас имеется? Какие-то непонятные и причудливые механизмы. Вот так вот оно выглядит. Здесь написано, что это держатель ручки, карандаша, маркера на растяжке. Удобно для всех типов работ: на кровле, плитке, отделочника, дизайнера, электрика, каменщика. Наверное, можно перечислять бесконечно. А сейчас мы протестируем этот гаджет в деле. Механизм работает на вытянутую руку. Здесь вот такая вот прищепка. Карандаш-держатель вешается на воротник майки, свитера или карман костюма. При работе с карандашом не рекомендуется отпускать его резко. Делайте это плавно, и он долго прослужит вам. Прекрасно работает на вытянутую руку. Я думаю, что к нему можно быстро привыкнуть. И больше не надо вешать карандаш за ухо или в карманы. Это неудобно. А здесь отработал и забыл. В случае что-то отметить, ваша рука машинально это сделает. Да, очень удобно. Теперь не надо бегать по стройке и искать карандаш, как это всегда бывает. Проведем небольшой тест с карандашами. Нарисуем черточки на глянцевой плитке строительным карандашом. А теперь карандашом, что идет с механизмом. Как вы видите, и здесь есть разница. Факты налицо. Вот такие вот идут карандаши с механизмом. Лучше использовать половинку карандаша, тогда он совсем не заметен. Если используем тонкий карандаш или ручку, то нужно его прокрутить в резиновом цилиндре, и он гораздо глубже зайдет в него. Раздал гаджеты бригаде, и теперь, увидев это, другие строители начали заказывать, так как это очень удобно и экономит время. В связи с этим я на всякий случай оставлю ссылку под описание видео, где их можно заказать. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.